Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Blox Fruit. С помощью этого скрипта вы сможете очень быстро убивать всяких различных мобов на карте, также боссов и тому подобное. А для того, чтобы получить скрипт, переходим на мой личный сайт. Также ссылочка на него будет, как всегда, в описании. А также перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу на сайте. Далее на самом рекламном сайте вы будете около 10-15 секунд и в принципе можете выходить с него. Далее, если у вас нету никакого чита, заходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный щит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. А дальше, копируем название, пишем в поиске Blox Fruit. Нажимаем поиск. Здесь очень много различных скриптов, как видите. Даже есть вторая страница со скриптами. В принципе, какой хотите, тот можете использовать. Но сегодня в ролике буду показывать, получается, пятый по счету скрипт. Он находится слева в нижнем углу. Нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется сам скрипт. Как видите, все очень просто и легко. А далее заходим в игру. Открываем чит. В настройках чита заходим, ставим DLL от CRNL. Потому что с CRNL лучше всего работает. Также напомню то, что CRNL используется с ключ-системой. Видео, кстати, прикреплю. Как получать ключ, кто не знает, там в принципе сложного ничего нету. Ключ я сегодня получал, мне его больше получать не нужно. Только на следующий день. Значит, нажимаем кнопочку Inject и ждем, когда с вами заинжектимся. Все, отлично получилось. Далее вставляем скрипт, сам чит и нажимаем кнопочку Exclude. Так, давайте выберем, ну, пиратов, допустим. А вот появился скрипт, как видите, отлично. И погнали самую первую функцию проверять, это автофарм. Включаем ее. Так, тут... Меня тпхнуло, получается, к квестовому персонажу, и тут мне нужно выбрать, кого, получается, нужно убивать. Давайте выберем обезьян, подтвердим. Все, готово. Не знаю, что сейчас точно должно произойти, но вроде бы как тпхать на обезьян. Но почему-то, как видите, не тпхает, не знаю, в чем проблема. Но я заметил, если самому подбежать к этой обезьяне... Мой персонаж, по идее, должен ее дамажить, но... Что-то не дамажит. Я до записи проверял, вроде работало. А, точно, мне нужно, получается, комбо взять. Все, как видите, работает. Отлично. А, честно, я не знаю, если без скрипта вот так вот подбежать к обезьяне, она будет сдалека дамажиться или нет, но вроде бы как не должна. То есть, все-таки сдалека она дамажится из-за того, что у меня включен скрипт. Из-за этого так происходит, и, как видите, она мне урона вообще никакого не наносит. Убивая ее довольно быстро и издалека. Давайте сейчас этот квест быстренько завершим. И покажу другие оставшиеся функции. В принципе, тут функций очень много. Все функции, я думаю, показывать не буду. Самые основные покажу, которые нужны. А остальные функции, я думаю, вы сами сможете проверить. Так, все, последняя обезьяна осталась. Убиваем и завершаем квест. Все, отлично. Так. Давайте попробуем опять эту функцию включить, автофарм. И как видите... А, вот, все заработало. Отлично. Шикарно. Короче, там, походу, нужно им было ему немножечко подумать, что как делать. И сейчас все довольно быстро происходит. Только вот сейчас почему-то остановился скрипт. Ну, не знаю, в чем причина. Странно. Ну, короче, эта функция работает, но не очень корректно. Скажем так. Ладно, это получается функция по
фарм уровня. Есть другие функции. Есть фарм босс. Давайте попробуем выбрать самого слабого босса. И включить автофарм. Так, по идее сейчас меня должно тупэхать. Да, как видите, меня тупэхает. И смотрим, что сейчас будет происходить. Не знаю, насколько долго мне нужно до него лететь. И не знаю, насколько я быстро его убью. Ну, по идее, должен быстро очень убить. Потому что здесь этот скрипт дает ускоренное убийство. Так, все отлично. Фарм пошел. Как видите, он меня вообще не дамажит. Как видите, он меня вообще не дамажит, даже не достает до меня. И я довольно быстро, кстати, сношу ему жизни. И сейчас, в скором времени, он уже умрет. Буквально несколько секунд. И смотрим, что произойдет. Да, отлично, все, его убил. Мне очень много XP дали. Монет, ну, вроде бы мало монет. Но самое главное то, что это работает, как видите. Так, это выключаем. Идем дальше. Есть фарм монстров. Здесь, получается, выбираем монстра, которого хотите убивать. Ну, допустим, поставим бандита. И включаем. Смотрим, что будет происходить. Сейчас меня должно начать тпшить. Но что-то не тпшит. Немножко иногда подлагивает скрипт. Ну, ничего страшного. В принципе, можете буквально там минуту подождать, и скрипт будет работать. Так, еще раз включаем. Давайте другого тогда монстра поставим. Допустим, Брут. Вроде правильно прочитал. Включаем. Вот, на другом монстре, как видите, это работает. Отлично. Так, и смотрим, буду я его дамажить или нет. Ну-ка. Да, все, дамаг пошел. Как видите, кстати, их всех тпхнуло в одно место. Вроде бы как, если не ошибаюсь. И я начинаю их массово дамажить. Отлично. Как видите, опыт фармится, деньги тоже. И убийство очень быстро происходит. Все-таки, да, их, как я вижу, в одно место всех тпшит, и я сразу делаю массовое убийство. В принципе, можно выключать эту функцию. Смотрим, что здесь еще есть. Фарм мистери. Не знаю, что это за фарм, не проверял. Тут очень много функций. Окей, давайте пока трогать не будем. Фарм бонканок. Фарм бон какой-то есть. Давайте включим, посмотрим. Не знаю, что это такое. Ага, я убиваю пиратов. Понял. И, кстати, очень быстро я их убиваю. Либо же это фарм ближайших, получается, мобов, которые есть на карте. Скорее всего, так. Ладно, выключим. Тут очень много разных функций, очень много разных фармов, как видите. Ну, в принципе, я показал основные функции. Я думаю, все остальные сможете сами проверить. Посмотреть, работают они или нет. Естественно, они будут работать. Ну, на этом буду заканчивать. Напомню то, что ссылка на мой сайт будет в описании. Обязательно пользуйтесь им. Там, в принципе, очень легко и просто получать скрипты. Вы уже видели на примере. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Всем удачи. И пока.